Всем огромный привет, с вами снова я, Кирилл, и просьба, оцените качество звука. В комментариях я использую новую петлю, новую петлиху, поэтому расскажите, что вы об этом думаете. Сегодня у нас видео, новые ароматы, где-то за последние 2 недели. Их 12 штук или больше, я не совсем считал, поэтому посчитайте сами, если вам интересно. Короче, давайте начинать сразу по делу, сразу по-быстрому. Первый аромат – это «Je Came to Stay» Eau de Parfum 002 Timothy Henn Edition. Такая вот красивая коробка с такой вот адской тетей. Тут у нас в коробочке открыточка. И все это увенчивает вот такой вот очень красивый флакон. Смотрите, какой шикос. Я не буду вам тут пирамиды зачитывать, я вам тупо скажу свое мнение. Для меня это ладан, это супер редкая ниша, которую можно купить только из Америки. Это супер ладан, супер дерево, цедра лимона и роза шафран. Вот что я тут чувствую. Короче, офигенный. Заказывайте, если есть возможность. Это, конечно, очень долго ждать это все. Ждозить. Но это того стоит. Открыточка упала. Черт. Открыточка была поименена. Ну, вы поняли. Timothy Henn. Супер ниша. Следующая. Лаэва 001. Очень давно я его хотел и очень давно я его получил. Коробочка тоже выше всех похвал. Очень красиво, очень стильно, очень фэшн. Фэшн. Лаэва 001. Почему я его хотел? Потому что это шикос. Это, наверное, самая удачная новинка вообще. 2019 года, да, получается. Потому что это реально шикос. Это крышечка из дерева, этот, вы видите, вот этот вот знак на крышечке Лаэва. Аромат дерева, фрукты, и короче, все шикарно, все будет хорошо. Аромат буду носить, буду его любить, уже его ношу. Тот аромат, который не хочется носить в люди, потому что он слишком охуенный. Так, и покончим с большими коробками. У меня новинка от Guerlain. Это новинка. Они перевыпустили все свои концентрированные духи в 30 мл. Меньше объема теперь нет. И все коллекции, включая Leur Bleu, Mitsuka и прочее, теперь находятся в такой вот красоте. Вот. Такие вот теперь здесь у нас флакончики супер красивые. В бархате находятся. Это у меня Линстан. Ну, тут говорить нечего, это шедеврально. Притертая крышечка. Это шедеврально, это медовый оргазм. Медово-цветочный оргазм, оргазмоид. Стоит дорого, но Guerlain — это та парфюмерия, на которую стоит подкопить даже. Это балдеж. Короче, я очень счастлив и доволен, что он у меня есть. Ура! Ну, про Guerlain вообще нечего говорить. Guerlain — это вообще кайф. Ну, давайте еще один Guerlain. Ой, у нас еще 2 Guerlain. Что-то у меня 3 Guerlain. Insolence. Ну, это вообще кайф. Это солнце. Это горячий песок. Это эти цветы желтые какие-то, эти фрукты подгоревшие, да, вот аж на солнце. Короче, это кайф просто чистой воды. Чистой воды кайфоза. Кайфоза привитоза. И, конечно же, шалимарчик. Я смотрю в монитор, чтобы увидеть, что вы там видите. Но это дымная ваниль и лимоны. Никаких кож и горелых сапогов я, кстати, не слышу. Возможно, пока что. Не знаю, почему. Расскажите мне, почему я не слышу ноты кожи и вообще это нормально или нет.
если всем пахнет горелым сапогом. Dior J'adore. Цветы в медном тазу. Больше сказать нечего. Soir d'Orient. Это прям шикарный аромат. Шикарный флакон. Тут голова такой морфемной тети, которая пребывает в супер золотом блаженстве от золота. Аромат — это просто пиздоза, девки. Это пиздоза. Это альдегиды, это шипр, это специи, это шафран. И это просто чистый шикардос, чистый кайф. Квинтэссенция богатства в одном флаконе. Знаете, я придерживаюсь такого мнения, что шипры все-таки, шипры, вот это вот все восточное и супер яркое нужно носить в жару все-таки, чтобы все как следует раскрылось, чтобы все бы как следует замешалось, подмешалось, потому что, ну, в холод носить будут чисто галимые альдегиды и специи. Кому это интересно? Интереснее всегда, когда это все разъебошится на разгоряченной коже и начнет благоухать цветозами и прочими разными альдегидиозными изощрениями. Короче, Soir d'Orient тоже очень давно хотел, и вот у меня появился. Сколько тут? 50 миллилитров чистого кайфа. Просто Soir d'Orient моей пизды. Супер. Потом у меня появился Lolita Olympique Land. Носил его 2 дня. Прям полностью целых 2 дня на себя пшикал. И это кайф. Это ваниль, это ликер-алкоголь. Конечно, вот это вот милый олененочек. Если вы его видите, я за вас рад. Конечно, такая игра на полутонах. Типа, я такая милая пизда, но я пойду набухаюсь и упаду лицом в лужу. Вот так вот, мне кажется, такие ассоциации. Вот, ну, короче, он кажется таким милым, но он такая сука. Это ваниль, синтетическая основа какая-то в ваниле есть. Я в пирамиду не глядел, поэтому слушайте. Синтетическая основа, и потом проявляется вот этот вот какой-то ликер тянучий, такой тягучий. Ну, короче, это реально, это такая, если вы миловидная пизденка, как говорят, по глазам сиротка, по пизде разбойница. Lolita Land. Потом странная новинка. Странноза я словил. Это Испахан. Это Испахан Сильвер. Первый раз такой вижу. У меня оригинальный Испахан. Есть старый винтажный. Я сначала думал, что это перевыпуск обычного Испахана. Я такой, боже, какая, что-то вообще не то. Как пахнет какой-то ванильный, противной какашкой. А потом я прочитал, что это Сильвер. И после этого что-то я его не пробовал. Надо его попробовать. Об этом я вам расскажу в следующих видео. Что я думаю о новых Испаханах. Я вот не знаю, расскажите мне, новые Испаханы это делают и Фраше, или это какая-то лицензия? Напишите мне, кто делает. Потом у меня новиночка Хлоя Намад. Намад. Кочевница переводится. Фрукты, фужерные ноты мужские. Такой, знаете, издалека напоминает мужиху. Издалека реально напоминает какую-то мужиху. Но я его сегодня надевал. Или когда? Ну, у меня буквально он 3 дня. Где-то я его пшикал. Ну, короче, фруктовая такая, знаете, водичка для мужих. Я еще вот не понял эту приколюшку, но почитал что-то отзывы, все пишут, ой, это такая вообще вода странствий. Пока не увидел в ней никакой воды странствий. Как-то так. Так, потом Шириал. Шириал, узнавайте вот этот вот флакончик. И вам задание написать про него все, что вы о нем знаете. Он мне очень нравится. Я знаю, что это было супер давно, мега популярно. Супер очень давно. Это было супер очень популярно.
Но, к сожалению, я про него совершенно ничего не знаю, поэтому если вам 50 лет, напишите мне, что вы о нем думаете. Если вы застали времена, когда это было популярно, напишите мне, что это, как это, когда он появился и что он из себя представляет. Потому что я, к сожалению, не знаю и не задавался таким вопросом. Но, знаете, аромат очень приятный, зеленый, тоже в нем есть какая-то алкогольная нота, очень приятная. Он мне очень понравился. Это, по-моему, бюджетный аромат, и он очень охуенный. И у меня появилась Габриэльша. Шанельша Габриэльша. Послушайте звук. Запуск был типа, это супер тонкое стекло, поэтому это стоит очень дорого. Мне больше всего нравится закрытие крышечки. Слушайте. За что я люблю Шанель? Крышки стеклянные, металлические. Тут металл. Вот я бы за этот звук отдал бы все, но вот он у меня появился. Аромат уходовой косметики, фирменные пачули, фирменная Шанель, говорить нечего. Это шикарный аромат, это гениально, вся Шанель шикарна. Обсуждать нечего, более подробные обзоры я буду делать, когда соберу всю коллекцию Шанель. Вот. Вот так вот. Такие вот у меня новинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ароматов новых. Поэтому все, понравился обзор, ставь лайк, пиши комментарий. Можешь предложить ссылочку. Ой, какую ссылочку? Можешь предложить идеи для новых видео в комментариях. Поэтому обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, Инстаграм и все остальное, на мою страницу на Порнхабе. Поэтому все, всех люблю, всех целую. До новых встреч. Пока.